Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в Санкт-Петербурге, в России, со своим супругом из Индии Харидом и маленькой дочкой Эмили. Сегодня я иду на корпоратив. Меня пригласила стоматологическая клиника. И как назло, сегодня льет дождина, просто сумасшедший. Но ничего не испортит мое хорошее настроение, поэтому я иду под зонтиком в метро. Вы заметили, что сегодня я делаю другие свои очки. Я уже приехала на Невский, а мы встретились с Татьяной, с моей подружкой, вы уже ее видели. И сейчас мы вместе работаем, поэтому мы вместе идем на корпоратив. В общем, мы идем, мы по дороге рассматриваем всю эту красоту. Я постараюсь вам максимально показать, что успею, потому что у нас осталось полчаса добежать до назначенного места. Поэтому что покажу? Потом покажу вам поподробнее. Также мы поедем, да? Да, давай. Помахай. Мы сегодня едем на корпоратив по воде. Представляете, какая красота? Я только совсем недавно думала о том, что надо бы все вместе поехать по воде покататься и показать вам Петербург с воды. И вот такое вот счастье вселенной услышала. Мой запрос, как говорится. В общем, сегодня нас ожидает вот такая небольшая экскурсия. И я вам уже показываю кусочек Петербурга. Это такая потрясающая красота. Слушайте, каждый день вообще рада тому, что я живу в Питере. А это моя Танюша, мы дружим уже очень много лет. Мы познакомились с ней на работе и продолжаем дружить по сей день. И наши детки друг друга обожают. Это самое, мне кажется, прекрасное. Вот это все мои девочки из маркетингового отдела. У меня маленький YouTube-канал, поэтому простите. В общем, и мы все вместе едем. Я надеюсь, что едем, потому что сегодня нам сказали, что допоздна мы будем кататься без остановки. А мне бы не хотелось, ибо вы видите, что мы с Эмилюшей все время вместе, и она уже меня ждет, несмотря на то, что она с папой, бабушкой и дедушкой. Поэтому надолго я не смогу. В общем, если будут делать остановку специально для меня и Татьяны, то тогда здорово, мы едем. Если нет, то ну, пойдем погуляем. Вот это понравилось, конечно. Можно я поснимаю? Ну, конечно, можно. А я буду отдыхать сейчас. Я так и мы уже на месте. Для нас сказали остановиться. И сейчас Татьяна забирает у меня телефон, потому что я пилю не тот контент. В общем, отдаю телефон. Посмотрите, какую красоту тут специально сделали для меня безалкогольный мохито. На самом деле, я думаю, все прекрасно понимают, что за повод сегодня здесь у нас. У нас мы отмечаем День медицинского работника. За всех вас, Dental Lab, давайте поаплодируем максимально дружно. Ура! Thank you.
это такое чудесное, просто смотрите, Татьяна моя. А это Виктория, а это Надюша. Вот всех познакомила. На самом деле это такое чудесное ощущение, прям, слушайте, очень здорово. Когда вы приедете в Петербург, обязательно, обязательно посетите такую экскурсию. Мне кажется, вам очень понравится. Единственное, что мы как-то с подружкой тоже собирались, и она мне сказала, будем искать только тот катер, где хотя бы наливают кофе. Потому что обычно занимает это долгое время, и, конечно же, хочется чем-нибудь угоститься. В общем, но в целом это просто потрясающе. Да, это Маринка первый, а то Маринский театр второй, он более современный. Я была только вот здесь, пока еще, но обязательно хочу сходить вот туда. Проветриться, посмотреть на красивые виды этого шикарного города, на реке Ойке. И вернемся к продукту. Да. Конечно, очень красиво, это не описать, слушайте словами, хотя бы стараюсь описать кадрами, потому что, конечно, это очень красиво. Вы только представьте, каждое вот это здание стоит здесь, в Петербурге, десятки лет, только представьте эту мощь. Интересно, я думаю, что Милюша с Халидом бы тоже, конечно, очень понравилось. А Милюша так особенно бы, она вообще никогда не была, но она очень любит воду, корабли, так что пойдем сюда и во второй раз. Выиграл бутылку, так будет. Микрофон. А это императорский замок Петра I, в котором он был же и убит. Очень, конечно, красивый, его еще называют инженерным замком. А это наш питерский цирк. Никогда там не была, но очень многие нахваливают. Ну, там океаны практически тоже. В общем, сейчас мы еще с Татьяной гуляем, любуемся красотами Санкт-Петербурга, и после этого я поеду встречу с Халидом и с Милюшей. Я уже им позвонила, они уже ждут, поэтому... Прогулка продолжается. Мы идем в сторону Лосадия. Ничего себе. А ты куда там, детский? Обалденно. Самая любимая часть Петербурга – это Невский проспект. Я вообще обожаю центр. Здесь столько потрясающей красоты зданий, которые сохранились по сей день. Но я надеюсь, что у нас получится с вами как-нибудь пробраться таки в одно из таких зданий. Я уже видела, одна семья проводит такие чаепития, и мы туда с вами обязательно попадем, и я расскажу, покажу вам всю историю и как там все это выглядит, потому что это очень, конечно, здорово, это очень красиво. А это наше Санкт-Петербургское Суворовское училище. И сейчас мы идем с Татьяной в сторону Сенной площади. Сегодня мой день. Да, сегодня наш день. Мы гуляем как можем дольше. Что?
И вот мы находимся на Сенной площади, моя одна из самых нелюбимых станций. И если на самом деле почитать историю, то чувствуется вся вот эта негативная, можно сказать, энергетика. Здесь было огромное количество публичных домов. Вот, например, вон тот вот дом с колоннами. А ты откуда это знаешь? А потому что я историю читала. В общем, вот там был публичный дом, там где-то в той части тоже был публичный дом. Здесь их было очень много. А вообще, это, конечно, очень интересно. Я как-нибудь поподробнее об этом расскажу, потому что я читала действительно об этом месте. И меня много фактов поразило. Видите, вон там случилась авария, и все ждут инспектора. Мы как-то с Халидом тоже попали в аварию в Мумбаи, и никто никого не ждал. Они просто все разъехались. Смотрите, мои булочки идут. А Милюша сегодня не спала, поэтому залезла в коляску, чтобы поспать. Привет! Зашли с Халидом в магазин посмотреть, что у нас тут по холодильникам. Ну, строим, вы видите, примерно 50-60 тысяч. А артель какой-то вот 37 тысяч. Ну, слушайте, в принципе, выбрать можно, купить можно. Я бы не сказала, что прям неподъемные цены. Что-то примерно как в Индии, что-то, естественно, дороже. Кондиционеры мы такие фирмы не знаем. Но суть в том, что выбор есть. На сайте, конечно, больше. Но вот в районе от 20... Сколько? Я сейчас посмотрю. Да, вот Coolport 16 тысяч и пошло там до 40. То есть выбор как бы даже вот в магазине есть. Ну вот, как я и сказала, Милюша практически сразу же уснула. А мы зашли, купили ей немножко новой одежды. А тут становится вечерами прохладно. Покажу вам. Ну, сейчас мы топаем домой. Халид предложил попить чаю. Вот, но уже все закрыто. А, уже больше 10. Поэтому мы сейчас посмотрим, если что-то найдем по дороге. Вообще он не предлагал. Но я подумала, почему бы и нет, и свалиться на него. I thought it is. Кстати, когда я была в Мумбаи, я вам рассказывала о том, что у меня есть моя любимая сумочка, которую я купила, но еще не носила. Это вот это. Скажите, красивая, да? Мы заказали сегодня яблочный пирог. Халиду вот такую вот булочку, раф, капучино, и нам дали воду. Вообще, очень люблю это место, оно немножечко в таком ретро-стиле. Даже посмотрите, каменный стаканчик. Очень хорошее место. Мне очень нравится, недалеко от нашего дома, они работают до 11 вечера, и они делают очень вкусный кофе, и, конечно же, всякие сладости будут кофе. У них раньше был пирог с ягодами, он был очень вкусный, но перестали делать, стали делать с яблоком тоже, кстати. Food, I love it. И сейчас мы пришли с Халидом и Амилюшей на детскую площадку, чтобы она перед сном немножко побегала. Садись, давай, мам. Зачем? Если так будет удава. Es de
Это Халид уговаривает Амилюшу все-таки попробовать насладиться качелями. Она не любит качели. По активности она вообще напоминает меня. Вся вот эта вот беготня какая-то, вот суета, это вообще все не для нас. Она вот вот этот песочек там немножко, по горочке пару раз, и все. Все. Ready, go. Very good. Амилюшенька, покажись. Вот такая красота. И бусы. Ну вот и все, друзья, мы наконец-то дома. Все уже занимаются своими вечерними делами перед сном. И я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее небольшое видео. Ставьте лайки, если да. Комментируйте, не забывайте, пожалуйста, подписываться. И, конечно же, до новых встреч, друзья. Пока-пока!